Сегодня в белорусской столице стартовали Дни делового сотрудничества. Из российского региона почти за 2000 километров прибыли директора предприятий и предприниматели. Все со своими предложениями и даже бизнес-планами. В первую очередь представителей Удмуртии интересует белорусская сельхозтехника. Сейчас в этой республике активно развивают сельское хозяйство. Партнеры обсудили создание совместных предприятий. Российские предприниматели готовы скооперироваться с белорусскими в переработке молока, выпуске беспилотников и производстве бытовой химии. Беларусь чем интересна? Ну, в первую очередь, наверное, товарами сельхозпроизводства, машиностроения, легкая пищевая промышленность. Мы готовы рассматривать любые проекты, которые можно реализовать как на территории Республики Беларусь, так и на территории Мурской Республики, в том числе и совместного производства, совместного развития проекта. Очень важно, что белорусские предприятия тоже откликнулись достаточно интересно. Порядка 35 предприятий – это хорошее, серьезное представительство. Это значит, что интерес есть к региону. Результатом этой встречи должны стать подписанные контракты. Развитие отношений повлияет на товарооборот. В прошлом году Минск и Ижевск наторговали на 35 миллионов долларов.